Всем привет! С вами Елена. Сегодня снимаю видео покупочки. Покупочки сегодня были нетрадиционные, не продуктовые. Так, покажу магазин Интертоп Аутлет. Это магазин постоянных скидок. Вчера муж-брат мне сказал, что там скидки и что вообще существует такой магазин. Поехала я туда. Находится он у нас на, я так понимаю, бульвар Перова. Наверное. Ну, скорее всего, что бульвар, не улица. Бульвар Перова в Киеве, напротив бывшего авторынка. Там сейчас запчасти, рынок автозапчастей. И там торговый центр «Квадрат». Значит, покажу первые покупочки из этого магазина. Так, в этом магазине есть у них такая, ну, ихная линейка, это плата. Ну, в принципе, я никогда не брала плата обувь. Но скидка была замечательная. Они стоили 700 гривен, по-моему. Ну да. И с 70% скидкой они получались 240 гривен. И вот такие детские получались 190 гривен. Показываю. Так, показываю мужские. Это я взяла сыну. Это не кожа, это эко-кожа. Сделаны очень хорошо. Похожая модель есть в эко. Здесь такая перфорированная приятная подошва. Вот, и был там выбор и других моделей, но мне эти больше понравились. Это 40-й размер. Взяла сыну, ему 12 лет. Вот. Но, может быть, даже муж посмотрит. То есть у него пальчик где-то вот так вот. Вот так вот, да. Впритык. Посмотрим. Может быть, 41-й поедем вечером возьмем. И следующая покупочка. Вот такие детские. Это тоже плата. 25-й размер. Детские босоножечки взяла дочери своей, мерила мне стелечка всегда с собой, вот так вот на нее они, так стелечка сюда доходит, где-то, ну, должен быть запасиком. Ну, померяю, посмотрим. Из всех моделей, представленных там, мне понравилось, что здесь твердая подошва, ну, хорошая подошва, основательная. Не такая, как есть такие босоножечки. Они, как знаете, обувь для пляжа. Это такие вот босоножки-босоножки. Единственный у них недостаток, конечно, это не твердая пятка. Я, конечно, это не люблю. Я люблю, чтобы пяточка была твердая. Но цена у них была 190 гривен. В принципе, на сезон походить у нас есть... Туфельки у нее с дырочками такие летние. В принципе, на сменку. Вот. Вот такие взяла босоножечки ей. Так. И сумма моих покупок была 300 гривен. У меня еще карточка была Интертоп. Там была скидка на ней 30 с чем-то гривен. И получились у меня покупки на 30, по-моему, гривен. Ну, что-то около этого. То есть совсем недорого. За такие деньги не везде купишь даже одну пару. Так. Вот так вот покажу вам. Это детские были сандали. И написано. И вот так вот мужские сандали. Штучные шкивы. Так, и следующие покупочки — это был магазин Watsons. Я в этом магазине стала недавно скупляться. И покажу, что я приобрела. У меня есть карточка тоже. Так, вот такой дезодорант Rexona. 29 гривен. Я считаю, очень дешево, потому что дешевле 35 гривен я дезодорантов не видела. Взяла вот такой спрейчик на лето. Так, дезодоранты, кстати, мне все подходят, дезодоранты, но их нужно менять.
Вот через 2 недели уже как бы тело привыкает. Дальше. Взяла вот такой новый шампунь. Даже не знаю, как он называется. Daily Defense. Короче, из всей представленной там линейки мне посоветовала продавец-консультант взять вот этот шампунь с кератином. Потому что остальные там идут с маслами. И как она сказала, что если у меня жирнятся у корней волосы, то мне шампунь не подойдет. Вот такой шампунь. Состав, конечно, лаурил сульфат. Ничего хорошего. 473 миллилитра. И понравилось мне то, что это Made in Canada. Посмотрим качество. Это новые шампуни. Ихная цена 59 гривен. Сегодня акция 35 гривен. Так, и следующий продукт. Мама мне рекомендовала. Пробовала шампунь ихние, говорила, очень хорошие. Но шампунь я не брала. Я взяла гель для душа. Гель для душа и сана. Это, по-моему, наверное, Германия, если я не ошибаюсь. 43 штрих-код. Вот. Гель, масло для душа, дыня и груша. 300 миллилитров. Цена была просто шаровая, 17 гривен. Ну, судя тут по надписям, это Германия. Так, я все перенюхала. Там был цветочный неплохой запах, кремовый. Там были кремовые гели, обычные гели. И вот с маслом только такой был. Тут есть крапочки масла. Я очень любила когда-то от Нивея был такой коричневый гель с там точечки масла плавало. Ну, здесь тоже эти вкрапления есть масляные. Попробую. Из всех запахов мне этот понравился больше всех. Сейчас понюхаю и скажу. Значит, груша и дыня, да? Ну, груши запах присутствует, да, и дыня, да. Есть запах дыни. Для лета, я думаю, замечательно будет. Если будет сильно хорошо питать, оставлю на зиму. 17 гривен, я думаю, это очень дешево. Даже если не подойдет, можно как пену для ванны использовать. Вот все были мои покупочки на сегодня. Завтра я, может быть, поеду на рынок Троещину, магазин обувный, и покажу вам, если будет что, покупочки свои завтрашние, может быть. То есть я не уверена. Я завтра иду лечить зуб, и, возможно, до лечения зуба я поеду на Троещину, а, возможно, и нет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!